Вы сейчас, когда свои, ну, условно говоря, детские или подростковые, вернее, стихи читаете, вам нравится? Или вы, ну, уже выросли как человек? Ну, я не отношусь к этому. Я, если я их... Вот сейчас я готовлю, на самом деле, публикации. Надеюсь, что осенью выйдет книга моих текстов. Вот. И там будут какие-то стихи, которые относятся к подростковому периоду. Они отредактированы к сегодняшнему дню так, чтобы они выглядели не так подростковые. Ну, как бы я какую-то редактуру осуществил. Ну, конечно, я понимаю, что это, с одной стороны, там есть тексты, которые я сейчас могу как бы их презентовать в мир, а есть тексты такие совсем подростковые, которые требуют либо редакции, либо просто это факт моей биографии.